В лесах Мурманской области запрещено находиться до 28 июля. В Министерстве природных ресурсов и экологии региона решили продлить срок действия ограничений на пребывание в лесах еще на 5 дней в связи с пожароопасной обстановкой. Эта мера касается территории практически всех лесничеств. В Мурманской области с начала пожароопасного сезона произошло 52 лесных пожара. В 98% случаев виноваты в этом люди. При действующих ограничениях в лесах запрещается разводить любой вид огня, курить, жарить шашлыки. Кроме того, нельзя въезжать в леса области на автомобилях, мотоциклах и мопедах. Нарушение правил пожарной безопасности может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Единый федеральный номер доверия по лесам 8 800 194 00.